Всем привет! Ну что, у нас сегодня на Китайке будет очередной трэш-контент. Будем забирать пятый сет психощита с акции. Не помню, какой он у меня уже на русском, но здесь он у нас будет первый по счету. Так, сейчас заберем кулачки. Заберем сет. Также заберем сет воодушевления. И сейчас подумаем, кому их прокачать. Точнее, не сет воодушевления, а талантик. Так, это забрали. Окей. Можно было бы два накроса забрать. Так, воодушевление забрали. Талантиком. И забираем пятый сет психощита. Окей. Есть. Фидики и маленькие шансы. Так, что тут можно забрать? Накрас 6%, вольт 8, коробка 26. Ну, давайте попробуем. Конечно, оно не даст. Не дало, наверное. Да, не получили. Так, забираем. Ну, а где они, где они, где они? Вот они пришли, награды. Вот так вот. Так, что тут у нас получается? Бум. Использовать. Окей. Вот, ребята, у нас уже появился... На китайке пятый сетик психощита. Нам нужен будет еще, наверное, скорее всего, не один. Они здесь редко очень падают. Но мы все-таки смогли его забрать. Так, хорошо. Смотрим дальше, что у нас интересного есть. Вот уже два воодушевления. Куча ложных. Все как обычно. Так, ну, поехали. Сейчас немножко героев подкачаем. Так, а ну без такой грубая сила. Минотавр. Тыковку пока трогать не будем. Тесса. Сейчас подумаем, кому талантики качнем. Так, стрелка надо подкачать однозначно. Так, хранитель с огненной. Вольт наш. Столько героев, хрен знает кого качать. И на Фрею надо талантика ставить. Так, ладненько, давайте посмотрим, что у нас по талантам есть. Так, воодушевление, воодушевление. Так.
Надо воодушевление на ворожея. Тут у нас стоит утекание. Нам нужен будет для волны, для всего. Вместе с Афинкой они довольно-таки неплохо. Но и Анубис тоже нужен с воодушевлением. Давайте Анубису качаем одну. Так, Анубис. Заменить. 2, 3. Есть. И одно вкачаем на ворожея. В принципе, мне больше там некому особо его пока качать. И ворожей поменять, заменить. 1, 2, 3. Вот так вот у нас появилось еще 2 героя с воодушевлением. Надеюсь, они нам помогут. Так, это есть, есть, есть. 1, 2, 3. Также нам надо на стрелка что-то вытащить. Надо на него каменку желательно. На стрелка каменку. Что у нас по талантикам? Плохо у нас все с каменками. Просвет. Так, ну давайте попробуем что-то интересное вырлить, а вдруг повезет. До первой пятерки нам еще героев надо качать. Вот до первой пятерки. Так, приговор. Да, он никому нафиг не нужен. Можно просто так тыковки поставить временно. Замедление 4. 5-8. Блин, ну на этом аккаунте на стойкость просто везет. Я уже не знаю, что с этой стойкостью делать. Это просто жесть, ребят. Так. Ну, малышу Нику она однозначно не нужна. Давайте, знаете, что сделаем? Хотя и на крас с разбросом хороший. Тоже интересная вещь. Хранитель. Что у нас по допах? У кого-то четверка есть. У ниндзика, но с ниндзика я книги хочу получить. Давайте ей поставим. Поехали дальше. Двоечка. Блин, сюда бы пятерку словить сразу, без раздумий бы поставил Минотавру. Воодушевление 2. На стрелка хочется каменку словить. Но чувствую, это нереально. Проще со стойкостью прокачать как есть. В принципе, стойкости тоже хватает с головой. 4-8 каменка. Так, ролим пятерку. Так, 4-5. Смотрим, кому можно влепить для прокачки, для книг. Минотавр. И скин на Купидона нам очень нужен. Да, у Купидона печальненько все. Так, Некрос. Некрос сжёг, разброс. Давайте для Рина поставим.
Да блин, а чё ж не пятерки не идут, не идут у нас топовые пятерки сегодня, что-то печальненько. Опять. Сука, 4-8, думал уже еще одна пятерка упадет. Опять 4-8, да вы издеваетесь. Завтра по-любому нам коробки сюда завезут. Ну. Железная воля, приди. Ожог. Ребятушки, это ожог. А знаете, кому мы ожог поставим? Я думаю, вы все знаете, кому мы ожог поставим. Ну, конечно же, не Фрей. Мы ожог поставим вот сюда. Бум. Просто супер. Теперь можно будет реально отрешивать и на битве гильдий. Просто будет все изи. Так. Так. Ну что, давайте потестируем, попробуем пройти волну АА. Сейчас я только героев пересоберу по-другому. Так, Анубис. Воодушевление, Крит. Рудольф. У меня уже Рудольф, ребята, здесь 31 уровня. Так, тыква. Ставим сюда еще Фрею. Вот такую вот. Так. Одержимая тыква. Тут у меня Афину ставим. Так, хранителя. Хранителя, думаю, ставить, не ставить. Поставим Бигфута. Поставим ему пятый сет психощита. Так, капитан Дрейк, Рино, стрелок. На стрелка мы поставим. Давайте пятый сет приговора поставим. Точнее, ярость небес. Так. Давайте улучшим. Все равно тут каменка этот со стойкостью тоже офигенно смотрится. Есть. Три новых талантика сегодня прокачали. Так, смотрим наш состав. Есть раз. Так, сюда мы поставим. Давайте вот этого сюда поставим. Дальше. Хорошо. На Бигфута. Карася влепим. И сюда ангела поставим. Ну что, поехали. Волна АА. Посмотрим разницу. Как у нас все изменится. Давайте на ускорялке, наверное. Или нет. Давайте в замедленном режиме. Так, добейте Атланта. То сейчас вы все об него сольетесь. Так, А1 прошли. Самое главное, чтобы атланты не успевали заряжаться. Все остальное просто пофиг. У нас Анубис затащит. Вот о чем я и говорил. Вот что печально. Афина слилась просто. И стрелок. Стрелок тоже об Атланта. Нет, Афина еще есть. Что-то я не туда посмотрел. Так, АА. Пройдено. Дальше давайте трешевать. Так, Бигфут, включайся.
А, три. Прошли. Ворожей слился, что ли? Подхила не вижу. Да, сволочь. Вот сволочь. Так, Бигфут морозит всех. Хорош, 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 хорош. Ну чё ж ты урон не держишь, сволочь. Так, ну тут я думаю... обидно. Ну давайте еще раз на ускорялке попробуем. Да, видите, без забора реально забегают. Ну попробуем. Должны, в принципе, таким составом с воодушевлением затащить А-волну. Единственное, что у нас ворожей слился очень быстро. Надо ему не психощит ставить, а жив рунами. Так, хорошо. А3, А4. Ну, уже как-то поувереннее бегаем, если видите. Так, так. Ай. Опять. Ну, А4 стабильно доходим. Если учитывать то, что у нас нету ни расстановки, ни забора. Так, Атлант. Бигфута у нас уже слили. Афина тоже слилась технично. Так, А4. Тут сейчас таблетки, блядь, опять раздавят у нас. Обидно, обидно. А хотя нет. А4. Так. Хорош. В принципе, состав нормальный. А5. Так, заходик вроде неплохой. Просто, блядь, череп поимел нас, ребята. Сука. Ну, первый заход на А5 у нас уже есть. Это уже результат. Но я пройду ее все равно без расстановки. И без забора. Так, Бигфут. Жить, жить, жить. Хорош. Очень хорошо. Или не очень, Афина слилась. Но у нас Анубис тут, в принципе. Самое главное, чтобы он трешивал вместе с Фрейей. А4. Ой, хорош. Практически. Бигфут есть. Афины нет. Похрен на Афину. Так, ворожай. Ай, блядь. Ну, Фрея тащи. Вся надежда, блядь, на тебя. Все, ребят. А5. Затащили мы все-таки эту волну. Без забора. Без расстановки. Все. Подписывайтесь на канал, пишите комменты, ставьте обязательно лайки, делайте репостики. Это трэш-контент. Всем пока.